Юноармейцы вернулись домой. На протяжении 16 дней в Пензенской области проходили военно-патриотические сборы гвардеец для старшеклассников из регионов Приволжского федерального округа. Нашу область представляли 18 ребят из Барышского, Сурского, Корсунского, Индинского, Меликесского и Кузоватовского районов, а также из Димитровграда. Столь широкая география – требования организаторов. Одна из целей сборов – научиться работать в команде. Достаточный опыт для поступлений в военные вузы и для простой жизни. То есть мы там научились даже банальной ответственности. То есть учиться быть в коллективе, быть в ответе друг за друга. И, наверное, это самое главное для всего на самом деле. В течение двух недель проводились состязания от спортивных до шуточных. Наши юные земляки вошли в число призеров в стрельбе, а также в одном из творческих конкурсов. А еще ребята получили новые знания и неоценимый опыт, в том числе и в армейской подготовке. Ведь основная часть сборов проходила на базе военной академии. Это артиллерийский институт, и есть специфика, которой нет у нас в регионе. У нас юноармейцы проводили слаживание в лагере юноармеец, где с ними также военные работали. Но специфика нашего региона – это десант и связь. А там была артиллерия. В ходе подготовки ребята поработали в составе артиллерийских расчетов, приняли непосредственное участие в эвакуации вооружения и военной техники, выведенной из строя в ходе боя.